Мне написали плохой коммент. Хватит жрать! И я решила найти этого человека в реальной жизни и обратилась к детективу. Из улик только аккаунт в Инстаграме. Но кажется, для него это не проблема. На 9-й минуте мы нашли все соцсети. Через 25 минут у нас уже был адрес. А еще через 5 номер телефона. Что дальше? Слежка? Нет, наш детектив представляется курьером. Сюрприз. Похоже, девушка клюнула. Но она ли это? Виктория, канала Виктория. Есть только один вопрос. Это твой аккаунт? Это мой аккаунт. Спасибо детективу.